Команда «Маска». Смертельное оружие. Я уверен, что это классный фильм. «Звездные войны» меня утомляют. Они все такие одинаковые. Этот тебе понравится. В нем должно быть столько спецэффектов. Пошли, а то нам плохие места достанутся. Ну что, Мейхем, устроим им представление. Эту премьеру они надолго запомнят. Бей их, да! Да! Говорил я, здесь полно классных спецэффектов. Классных? Они все липовые. Так, приготовиться к атаке. Вот здорово! Даже я почувствовал! Что почувствовал? Все! Я таких спецэффектов еще нигде не видел. Крыша до сих пор держится. Ну-ка, Ракс, ты попробуй. С удовольствием. Деггер, теперь твой ход. Сейчас я выдам им по первое число. Целься! Да! Класс! Все так реально! Да, даже слишком. Ой, а это, кажется, не из фильма. Ой, это что же, настоящий спецэффект? Ну-ка, быстро наружу. Беном. Как они сюда попали? Пап, смотри! Ха-ха-ха-ха! Давно я мечтал сняться в кино. Отступаем! Но я только начал. Я сказал, отступаем. Наша цель достигнута. Зачем Веному срывать обычный киносеанс? Это я и собираюсь выяснить. А что ты будешь делать, пап? Вызовешь команду «Маска»? Правда, пап? Смотря какую информацию выдаст мне компьютер. Мы с Тибобом могли бы тебе помочь в этом разобраться. Мы? Я что, кого-нибудь здесь не заметил, да? Нет, Скотт, это опасно. Но мы с Тибобом могли бы... Лучше не вмешивайтесь. Привет, Мэтт. Что стряслось? Опять Мейхем воду мутит. Надо сделать анализ. А вы с Тибобом можете погулять. Или сходите в библиотеку. Интересно, где же мы в библиотеке найдем приключения? Картотеке под буквой «П». Я не хочу тебя подвергать опасности. Ладно. Бадди, ты мне нужен. Что за жизнь? Маске помогать нельзя. А Веном, к тому же, испортил фильм. Да ладно, фильм все равно был ерундовый. А я люблю космические фильмы. Ты же знаешь, как я интересуюсь космосом. Тогда сходи в обсерваторию. Там выставили новый макет Солнечной системы. Да ну! Ура!
Поехали, Ти-Боб! Режим мотороллера? Как скажешь. Совершенная ерунда, Бадди. Почему Веном ополчился на кинотеатр? Давай посмотрим, что нам выдаст компьютер. Анализ невозможен, недостаточно данных. Ну, это и я могу сказать. Выбери подходящих агентов для этой миссии. Отбор завершен. Рекомендованный персонал. Глория Бейкер, чемпионка по автогонкам, черный пояс кунг-фу. Кодовое имя Акула. Брэд Тернер, опытный мотоциклист и вертолетчик. Кодовое имя Кондор. Сектор. Специалист по компьютерам и коммуникациям. Кодовое имя Носорог. Бадди Хокс. Разведка. Контакты с преступным миром. Кодовое имя Фейерверк. Кандидатура одобряю. Подготовить вооруженную мобильную группу. Вот и все, что мы получили от компьютера. Совсем немного. Думаю, Веном планировал не просто сорвать премьеру фильма. Бадди, что ты выудил из своих источников? Судя по всему, следующая мишень Венома — обсерватория Маккензи. Обсерватория? Там Скотт и Ти-Боб. Видишь ту маленькую голубую планету? Это Земля. Надо же, какая маленькая. А вон та лиловая в углу. Что это? Это не планета, это чья-то мармеладина. Как раз вовремя. Вот они, отравители атмосферы. Всем перейти в режим обороны. Идут прямо в мой капкан. Надо было только пустить слух, что следующей мишенью станет обсерватория. Носорог, фейерверк, акула, прикройте меня. Маска, я тебе устрою небывалый сюрприз. Акустический удар встряхнет Мейхема. Стреляет. Что такое? Мимо нас не пройдут. Пожалуй, надо взрыхлить их отбойным молотком. Это что? Отбойный молоток заклинило. И мои бортовые орудия отказали. Силовой стробоскоп не выдвигается. Гипнопрожектор перегорел. Что за дела? И моя аппаратура не работает. Будем вскрывать консервные банки. Ти-Боб, что с тобой? Ти-Боб, вернись! Что же это? Может отпугнуть их игрой в коршуна? Все отрубилось. Не могу рулить. И у меня. Приборы вышли из строя. Я в стопоре. Ха-ха-ха, сработало. Thank you.
Странное дело. Вот горе-водители. Да, законопослушным гражданам нет покоя даже до стоянки. Пронесло. Это было весьма познавательно. Весьма и весьма. Что? Приборы заработали. Как она? Я пытался выровнять ход, но не смог. Да, плохо дело. Хоть небольшой шанс есть? Пока состояние критическое. Она пробыла без сознания всю ночь. Это я виноват. Никогда себе не прощу. Не казнись. Ты ничего не мог поделать. Веном отключил наше оборудование. Мэтт, можно я здесь останусь? Вдруг понадоблюсь Глории? Конечно, брат. И будь уверен, Веном заплатит за это. Эй, Тибо, иначе ты пришел в себя. Как пить дать? Не могу припомнить, что было вчера. Тибо подключился, как и все наши машины. Как это? По моим подсчетам, Веном во вчерашней битве пустил в ход циклонный разрушитель. А что такое циклонный разрушитель? Устройство, блокирующее нашу операционную систему. Полиция обнаружила телескоп. Веном бросил его на дороге. Бросил? Зачем тогда вообще было его красть? Это была генеральная репетиция более крупной кражи. Компьютер согласен с твоими выводами, Алекс. Взгляните. Это же кинотеатр! А вот обсерватория. Заметил сходство? Да. У обоих такие смешные купола. Должно быть, Веном использовал их как полигоны для намеченной вылазки. Я дал задание компьютеру просчитать вероятности. Скоро получим результаты. Что бы Веном ни планировал, мы будем готовы. Мое новое орудие нейтрализует циклонный разрушитель. Мы всю ночь монтировали эти установки. Вы молодцы, ребята. Я сконструировал защитное устройство для тебя, Тибок. К чему эти хлопоты? Оно включается вот сюда. Не надо, я боюсь щекотки, не надо! В нашей следующей атаке на Веном Тибобу отводится важная роль. Правда? Надо же! Только не это! Алекс еще утром объяснил мне свой план, я не против. Если ты согласишься, Тибоб. Тибоб будет счастлив помочь! Устройство Тибоба сверхчувствительно. Он послужит нам системой раннего оповещения. Поедешь в носороге с Тибобом и дашь знать Алексу, как только Тибоб почувствует действие циклонного разрушителя. Ух ты! Здорово! Тибоб, мы должны помочь им. О, я бескрылен. Ой. Пап, вот увидишь, мы сработаем на совесть. Я тоже покажу Веному кое-какие фокусы. Без фокусов, Скотт. Ты поедешь только при одном условии. Не выходить из компьютерного отсека. Но... Это самое безопасное место на наших машинах. Ни под каким видом оттуда не выходить. Понял? Да, понял. Эй, компьютер нам что-то приготовил? Анализ потенциального приложения следующего удара Венома завершен. Наиболее вероятным является реактор Фелпса. Реактор Фелпса? Но его введут в строй только через месяц. Там пока только охрану поставили. Но они уже получили большой объем плутония. А, новый реактор. Вот мы им устроим новоселье.
Эй, вы там готовы? Еще как. Плутоний, жди, мы скоро. А эти хотят нам веселье испортить. Ничего, я их призову к порядку. О нет, Тибоб опять свихнулся. Включай его нейтрализатор. Тибоб! Всем задействовать нейтрализаторы. Есть. Пусть думает, что мы потеряли управление. Незаметно продвигайтесь к реактору. А там покажите им. Теперь они нам не помешают. Проще, чем пирог разрезать. С моей любимой начинкой. С плутонием. Что стряслось? Носорог и фейерверк, наверное, вышли из сектора разрушителя. Сейчас я их заблокирую. А эти торпеды не мешают отправить на тот свет. Хотите меня вокруг пальца обвести? Ума не хватит. Сейчас увеличим обороты циклонного разрушителя. Мэхим сумел нейтрализовать наши нейтрализаторы. Довольно гнусно с его стороны. Придется покинуть машины. О, пока они не покинули нас. Отдыхаешь, Маска? Ракс, Джаггер, вперед! Ну это нам расплюнуть. Стелет, огонь! Пошли! Идите все сюда. Вот мой план игры. Вводим длинноухого зайца. Непроходимые дураки, ничего у вас не выйдет! О, вы тоже видите? Я вижу. И не верю глазам своим. Его идея будет работать, пока он остается вне зоны действия разрушителя. От этих голографических изображений у Мэйхэма заребит в глазах. Неплохое шоу, брат. Скорей. Надо задержать Ракса и Даггера. Что-то разладилось. Разрушитель не задевает их машины. Задание отставить. Отступаем! Но мы почти у цели. Нас окружают агенты Маски. Скорее уходите оттуда, только оставьте им кое-что на долгую память. Вы знаете что. Они убегают. Бросьте их. У нас есть дело поважнее. Не нравится мне эта штука. Включить спектрум. Бомба с часовым механизмом. Электронный зажигательный механизм с большим запасом прочности. Как это понимать? Понимай так, что если мы попробуем его вскрыть, то взлетим на воздух. Ничего, я подсоединю его к моей ракетной установке. Его. Ха-ха-ха!
Похоже, Веном опять проиграл. Глория, тебе помочь? Спасибо, Тибо. Я уже здорова. Быстро ты поправилась. Не могла же я допустить, чтобы твой отец и команда без меня развлекались. Развлекались. Гонки за Веномом по двум округам, угроза быть взорванными. Это, по-твоему, развлечение? Да, конечно. А знаете, она права. Смотри, пап, Джефф голосует. Он раньше нас доберется до стадиона. Может, да, а может, нет. Голосовать на дороге опасно. Тебя кто угодно может подхватить. Вдруг его схватит агент Венома. Или хуже того, какой-нибудь маньяк. Эй, Джефф, пошли на стадион с нами! Пап, а когда мне предлагают голосовать, я опускаю большой палец вниз. Композиторы Шуки Леви и Хаим Сабан. Режиссеры Бруно Бьянчи и Бернард Дейрис. Fox Kids.